Ну что, все готовы? Точно, капитан. Мы все готовы. Так, ну что? Остывает уже. А, ну давай, приятно. Я бы тоже бы пахал. О, как громко-то. Жалко, что нету русского языка. Саунд. Нормально. Apply. Давай продолжим. Не хочу, короче, я заново проходить, короче. В общем, я просто зашел в дом, прошел два этажа, там три комнаты, ничего толком не это. Я просто проверял, как она работает. Херово, что на английском. Нет, языка нету. Это демо. Это демо. Это бета-демо-версия игры. Она еще не вышла, она в разработке. А ее разрабатывают тут вообще два языка. Польский и английский. Все. Больше нет. Поэтому печально. Похаву вернусь. Давай, приятного тебе. Только два языка. Это очень плохо. Потому что я не знаю даже истории. Просто чувак приехал в дом. Что-то там... Нужно ему выйти. Там говорят, зайди в комнату, в комнату. Он проходит по двум комнатам. И такой типа... А чё? Там какая-то паранормальная поебень происходит. Там то баба какая-то из-за угла выпрыгнет, то какой-то ребенок упадет, то какая-то тень, смерть, бля, демоны какие-то. В принципе, чисто скримеры и все. Так, ну, в принципе, чё? Гоу. Да, вот я дошел до этой двери, тут, короче, записка висит. Z-Trot. Anger. Может быть, тут нужно написать это, потому что тут какой-то пароль... Типа Anger. Стоп. А, ну тут Anger. А, может быть и прокатит, стой. Anger. Легко. Легко. Непринужденность до нот не входить. Да но он. Так, подожди. Опции нужно поярче сделать. Control, Sound, Game, график, гамма. Давай сделаем вот так вот хотя бы. Тихо, тихо, нет. Нормально видно? Нормально. Нормально. Ничего не пропустила, да? Не только начало. Здоров, Атана. Короче, суть в чем? Чувак приехал в дом. Это все, что мы знаем. Какой-то паранормальный дом, какая-то дичь-дрочь, его встречает какой-то полумертвый. Как этого чувака зовут? Не сомелье, который сидит в доме, этот вот лакей, жакей, ну, который там этот, типа там... С одеяльцем, блять, как оно, полотенце на руке, типа вот этот. Здравствуйте, приходите, молодые люди. Ну, ты этот вот чувак, короче, вот. Я, типа, зашел, он, короче, полумертвый такой, типа, начал на меня орать, дворецкий, вот, дворецкий. Короче, начал на меня орать, какой-то туман, какая-то дрочь, какие-то трупы, смерть, что-то непонятное. Я просыпаюсь в коридоре, вон там, вот прям, прям, чтоб ты понимал, вот прям, вот, а чё я тебе, вот, короче, возле этот, вот тут прям. И все. Зашел в одну дверь, во вторую дверь, как-то поднялся на второй этаж, и в принципе все. Просто не хочу это проходить, там ничего интересного не было. Опа, опа, давай, ты сможешь. Как у тебя, Диман, дела? Так, ну ладно. Самое интересное это дверь. Давай, наверное, потише сделаю, чтобы я не обосрался. Опа! Не нравится мне эта музыка. Давай я музыку погромче сделаю, чтобы можно было прямо. Ух-ух. Так, это не тот, это подсторонний. О, найс. Так, у нас есть какие-то бумаги, какие-то люди. Да что за музыка играет? Так, мне нужна... А, вот даже сверху написано Working in Progress, типа рабочий прогресс. То есть финальный, что-то там до финальной игры. То есть, короче, будут изменения до финальной игры. Так, мне нужна 205-я комната. Выйти как-то на лестницу, погоди. А я не понял, как мне это сделать. А где 205-я комната? Я знаю, что здесь 206-я. Чё, кто здесь? Я ничего не боюсь. Я сказал, ничего не боюсь. У меня есть ключ. Вообще не страшно.
Какие-то зелья. Главное зажечь свечу. А у меня нет зажигалки, наш звук у меня кончилось. Дай сюда. А, во! А, спички! Я же спички подбираю, точно! Не нужно все поджигать. Главное знать. Так, у меня ключа здесь нету. Нужна 205-я кровь. Въебнутый, блядь! Не страшно вообще, говорю. Это я специально так сделал. Вообще не испугался. Опа, можно взломать, серьезно. Это как в этом. А, как же эта игра называется, где тоже так же замки нужно было ломать? Splinter Cell. В Splinter Cell так можно было замки ломать. Так. Как двигать ее? А чё оно не двигается? А, мышкой. А. А, типа я еще и бью ее. Типа бьешь по замку левой кнопкой мыши. А, я понял. Я понял. Тут и шипит там. Слушай, сложно. Сложно, сука, но интересно. Слушай, прикольный взлом замков. Прикольно. А что за комната-то? Что за комната? Где план? 106-я, а 205-я комната на втором этаже. Не разговаривай со мной, кто бы ты ни был. Какой-то сыр испорченный. Сколько звуков лишних вот этих вот всяких. Ненужных абсолютно. Нахера я эту дверь открыл? Двести пятая комната. Кто там ходит? Двести пятая комната. И вниз по лестнице. Получается, через соседнюю комнату там... Стой, может быть, тут можно стой пройти? Стопэ. Серьезно? Так, тут что-то есть? А куда я могу это... Стой, куда я могу это отодвинуть? Если я могу это с собой тащить, значит, куда-то нужно это оттащить. Только пока непонятно куда. Не шепчи мне, блин, и так жут нагоняешь, хорош. Тут все закрыто, стой, куда-то нужно вылезть. Ага, вот сюда, я понял. Это дело делается вот так вот. Вот так вот. Опа! Молодой человек, у вас все в порядке? У вас там какие-то штуки из глаз торчат. Мне как бы немного неохота сюда заходить. Ну ладно, почему бы нет? Здравствуйте. А, не из глаз. А сзади было как будто из глаз. Не знаю, стоит его трогать или нет. Я что-то я не, даже не знаю. Не особо, не горю желанием. Есть картина, есть вот эта штука, могу ее бросить.
Опа. Но я, мне нужно их разрубить чем-то. Только чем разрубить? Только чем мне это сделать? Нужно что-то найти. У меня же была какая-то пила. У меня же была какая-то пила. Так это фонарик. Нет, у меня была какая-то пилка. Так у меня теперь почему-то... Опа! А куда он делся-то? Ну это прям не страшно. Я прямо ожидал. Давай, мужик, да мы сможем, давай. Глаза. Я говорил же, что что-то из глаз торчит. А мы мне не поверили. Чё за бомба, блин? Кидай в него, кидай, 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 кидай. Да ты чё? Нихера себе. Вот это икшон, вот это икшон. Слушай, ну прикольная сцена на самом деле. Прикольная сцена. Еще бы понимать бы сюжет, было бы вообще шикарно. Так, есть контакт, теперь давай вот эту вот. Есть контакт и вот эту. Все. Изёва. Только зачем я сюда вышел? Ага, вот сюда надо. Че, я должен был испугаться? Я даже не понял ничего. Просто резко открылись двери. Так, получается, я нахожусь... Где-то я нахожусь... А ну-ка, стой, я нахожусь возле... А, это покажется, где я. А чё по заданию? По заданию. Где понять, какое у меня задание? Так, я умею взламывать замки, поэтому как бы... Блять. Взлом замков великолепен, мне прям нравится, прям очень крутенько. Опа, 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 опа. Кто ты такой? Не могу ничего использовать. Кто-то кого-то убил здесь? Что-то про его отца? И зачем? Выкинь. Спички всегда пригодятся. Так, окна закрыты. Получается, тут нам особо делать, получается, нехрен, да? Тут, ну зато здесь можно надыбать спичек нормально. Валим отсюда.
Тут чисто коридорный хоррор. Ага, нужен ключ. А где взять его? Не на месте ли преступления где-то вот здесь? Как думаешь? Как все просто. Опа! Здрасте! Ну, началось вот это вот. Слушай, ну прикольно, прикольно, базара нет. Может быть, нужно убежать из дома? Я максимально прям съебался вообще далеко очень. Вы что, издеваетесь? Ну нахер. Лучше дверь закрыть. Все-таки правильно, правильно прибежал. Рум 203. Нужна, короче, 203-я комната. 203-я комната. Она, по-моему, на первом же этаже у нас есть. Нет, на втором. На втором этаже. Да, 203 получается вдоль по коридору. Получается, где-то вот здесь она. Она, получается, она завалена? Эта херня забита. Стой, ну мне же сюда. Мне же сюда надо было. 203-я комната, все правильно же. Или стой, или нет, погоди. Получается, если я нахожусь здесь, где карта, и на нее смотрю, получается 205. А, там завалена. Там завалена. Получается, вот это вот 205. Вот это вот 205, а вон там 203. Слушай, ну экшон был неплохой, мне прям понравилось. Этот бег, побег прям, ну вообще мощный. Где машина с кирпичами? Да тут как бы не очень страшно, но очень интересно. Очень атмосферно. Мне нравится. Очень клевенько. Только я не пойму, куда мне и как мне. Если эти две двери закрыты. Либо я что-то, погоди, либо я что-то не взял на первом этаже. Я же там ничего ж не обыскал, я просто сразу полетел в 203-ю комнату. Возможно, где-то я что-то мог упустить. Возможно, что-то где-то есть спички. Ты так быстро поел? Так, тут ничего нету. В столе. Стол закрыт. Ага, а, кстати, я бы мог по улице, наверное, пройти. А, вот ключи. Ключи от 202-й комнаты. Найс. Как раз 202-ю я открыть-то и не мог. Ух ты, ебать. Заебись. Прикольно. Но мне же все равно, мне вот сюда же надо. Ух ты! Молодой человек, вы меня испугали. Получается, вот 203-я комната.
получается. Это я как раз таки обошел. А вот она 203. Опа! Туши, 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 туши! Там какой-то дядька страшный! Или тетка страшная, хер знает. Ты. Какой он? Еблан. Может, ну его нахер, может быть, просто уйти? О, тут все завалено, смотри. Быстро, медленно, нормально. Строители работают быстро, да? Бац, и дверь забетонировали. Ну ты видел, да, прям? Таджики прям на уверенных, на ультрах прям. Да пошел ты в сраку, понял? Оп, блин. Надеюсь, он меня здесь не найдет. Я вообще не знаю, настоящий он или нет. Так, ну он за стеной. Вот он за стеной. Тихо. Да давай, открывай ты эту хрень. А, вот так закрыться надо было, еб твою мать. Как-то очень, вот я навожу, блядь, на нее, оно не работает, отвожу вот сюда мышкой. Берется, очень странно. Куда дальше-то идем? Вниз? Нет, я думаю, точно не вниз. В соседнюю комнату. Блять. Руки короткие. Что-то, короче, ты с его отцом связано. Я вот не могу немного понять диалог. Что-то там отец, не отец. Ну, игруха, блин, прикольно сделана. Эффекты очень классные. Эта игра очень похожа на последние игры, которые выходили, типа «Ведьмы Блэр», которая вот недавно вышла. Потом с картинами была... Как же она называлась-то? Короче, три игры недавно выходили. Вот она похожа в этой же стилистике, но... Здесь намного больше экшена и более интересно. Но игра еще, в принципе, не доработана. Возможно, они что-то цепляют, там крадут. Но выглядит очень клево. Еще бы русский язык, чтобы было понятно. Покинешь меня сейчас? Почему? Страшно? Павк, знакомый пошел. А, понятно. Ну давай. Как эти диалоги можно пропустить? Хорош, я ничего не понимаю все равно. Половину вообще не понял. Many people, even guests of this establishment. Enough! I want you out of my inn by tomorrow. Tomorrow. You hear me? Следуй за мной, там что-то там. I hope the detective left something here. The detective went to the mine that day. Nobody knows if he ever came back. I must retrace his steps. There may still be traces of what happened back then. Так, может, я что-то здесь упустил? Подожди-ка. Вроде бы нет. Разработчики писали то, что игра проходится, ну вот эта часть, то есть демка проходится за минут 30-40, короче. Но криповенько выглядит на самом деле.
Опа. Просто идем по крови. Да и все. Не знаю, куда я иду, зачем я иду. И в Рае вернуться нормально. Зачем тебе Рае, братан? Ты после PUBG в Рае стрелять не сможешь. Воу-воу-воу-воу! Мужчина! Вы не по адресу. Вот это вот мне нравится. Бежать в хоррорах от демонов. Ебать, да ладно. Очень клёво. Очень клёво. Не знаю, я после PUBG, вот я когда перестал играть в Рае, я возвращаюсь, я вообще стрелять в Рае не могу. Опа, опа, опа. Надо было обратно бежать. Слушай, прикольно. Прикольно. Игруха зачет. Выйдет, буду проходить обязательно ее. Очень круто. Эффекты великолепные. Не знаю, я вот, как ты говоришь, типа там после PUBG, бла-бла-бла. Не знаю, я не могу после вообще PUBG играть в Рае. Там настолько мышка ушлёпски работает. Так, получается, здесь его вижу, потом я ныряю сюда, он там, я возвращаюсь обратно, и куда бежать-то, блядь? А, вот сюда надо было, я понял. Он еще каждый раз по-разному убивает, да ладно. Найс. Прикольно. Я вот 2 дня катал, после спокойно вернулся и убивал. Не знаю, я спустя полгода вернулся и все, и нихера не могу сделать. Не чувствую мышку, я двигаю, не понимаю ее. Поэтому я и не играю в Рае, потому что я не могу стрелять. То есть вот здесь я бегаю, я чувствую мышку влево, влево, вправо, вправо. Как бы все понятно. Гоу, 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 гоу. Еще интерактивчик даже есть, вообще великолепно. Беги, 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 фаст, 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 фаст. Не знаю, правильно побежал или нет. Бля, 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 бля. Уже прям яйца сжимаются, слушай. Хорош, промазал. Бежим дальше, братюнь. Прикольно. Тормозит все? Где? Я смотрю, 60 кадров. Может, местами, где это, много эффектов, не знаю. To be continued. Продолжение следует. The best insight. Очень круто. Очень круто. Очень круто. Где эффектов много, там тормозит. Но я ж не настраивал ее в основном. Я ж каждую игру под стрим настраиваю. Игра просто best. Просто великолепно. Мне зашло, и я обязательно буду покупать, обязательно буду в нее играть. Игруха просто пушка вообще.